Новость о завершении проверки появилась на сайте Казанской прокуратуры 29 мая. Ведомство установило, что объявления о продаже курсовых дипломных работ, рефератов и сочинений действительно были опубликованы на стороннем сайте, не связанном с КФУ. Прокуратуре удалось установить владельца сайта. Собранные материалы были направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки. Напомним, ранее представители Казанского федерального университета рассказывали, что работы выкладываются в открытый доступ для пресечения попыток плагиата, и чтобы другие студенты и преподаватели из разных вузов могли с ними ознакомиться и в случае необходимости сослаться в своих уникальных квалификационных работах. Из-за этого покупать вызвавшие возмущение выпускников работы бессмысленно. Сейчас все выпускные квалификационные работы во всех высших учебных заведениях Российской Федерации должны проходить проверку на систему антиплагиат. И если кто-то купил вашу работу, выдал ее за свою и пытается ее представить как собственный труд, то у него ничего не получится, поскольку система антиплагиат тут же найдет совпадение с той работой, которая опубликована на сайте Казанского университета, и ничего хорошего для человека, воспользовавшегося этой нелегальной копией, не сулит. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс.